Снимаю на время игры. Блин, да. Я хотя вам премию дать. Я вам говорю, что вы Уже 10 раз позиция повторилась. Уже было 10 раз повторение. Ну я же должен перевести часы. Сколько ходов сделали, судья? Не, не предупредите. Пожалуйста, не вмешивайте. Как не вмешивайте? Судья стоит, считает. Ну ты не даешь даже мне ход перевести. Ну так судья считает ход. Судья считает ходы или нет? Я не знаю. Значит, секундочку. Ходов, естественно, 50 не было, но вы могли потребовать ничью. Вы остановите часы. Вы должны остановить часы и потребовать ничью на основании того, что соперник не предпринимает достаточных усилий для победы. А он действительно их не предпринимал. Нет. Это как маленький, это непростительно ветеранам. Знать то, что остановить надо часы. Ладно, успокойся. Вечно у меня адвокат. Может, вечно у меня адвокат.